Ничего опрокидывать. Пожалуйста, я ласковый, видишь? Я ласково тебя прошу. Давай ты ничего не будешь опрокидывать, ладно? Ничего не будешь. Дося! Какого хрена ты мне тут устраиваешь, а? Я же сказал, не надо ничего опрокидывать. Все, поставь все на место. Не надо ничего опрокидывать. Ты хочешь, чтобы я опять на тебя ругался? А? Что за дела? Совет по закону вообще делать не должен. Я потом грязными... Так, Дуся, иди отсюда! Иди отсюда, я сказал. Сейчас в лоб дам. В лоб сейчас дам, шелбан тебе. Шелбан тебе сейчас дам в лоб. Зараза такая. Ты что творишь? Все. Иди отсюда. Что, не нравится? Что ты мне подмигиваешь? Подмигивает он тут. Володечка, ты мой хороший, когда будет уже колбасенька меньше стоить? Сначала научим собаку касаться носом нашей ладони. Для этого берем в руку кусочек, выставляем руку перед собакой. Как только она коснулась носом, говорим «да» и отдаем кусок. И так повторяем 3 раза. На 4-й раз выставляем пустую руку. Собака коснулась носом «да», отдали кусок. После чего приклеиваем к руке бумажечку. Также выставляем руку с бумажечкой. Да? Присваиваем этому действию команду. Свет? Да. Затем приклеиваем к выключателю бумажку. И называем собаке команду. Свет? Да. Через некоторое время убираем бумажку. И радуемся результату. Кара? Свет? Oh,
Давай. Ой, ном-ном-ном. Ассоциативного мышления. Я объясню, если собака сходила в туалет на ковер, ты ее в это потыкал, она поняла, что что-то сделала не так. Если ты потыкал кошку, она думает, ну вот такой ты человек с гнильцой, ну нравится тебе такое. На всякий случай все тебе тут обоссу. А? За сосиску он будет делать голос. Просто уже не знаю, как добиться. Сэм. Голос. Да нет, нет. Голос. Голос. Я голос прошу, а не зай. Голос. 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 Это что за позор? Голос. Не дам. Голос. Собачка писает в горшок. Ну как, удобно? Мальчик не умеет, а собачка умеет. Оп, все. Стой! Стой на месте, Лёш! Ты его спас, я знаю! Он идет к тебе на руку правую! На плече сидит! Вот так, все говорят, кошки, собаки! Но мы все равно маленьких беззащитных спасаем мышек! Лёх, лезь на правую руку! Опа! Лёх на руке сидит! Красавчик! Смотри, братан! Давай, пойдем в тепло, сейчас мы его хавкой накормим! Это свой тип! Это свой ручной. Хорош, бля, да, вообще. Опускай в хату. Давай, пойдем, ну давай что-нибудь хавки ему намутим. Давай хавки намутим. Сейчас положим хавать. Да ебать, да, хорошо, да.